Межведомственная комиссия по контролю за выполнением муниципальных контрактов по санитарной очистке курорт объезжает улицы Анапы. В составе комиссии сотрудники профильных управлений администрации города, муниципальный контроль, ЖКХ, правовое и строительное управление, технадзор. Значит, специалисты управления муниципального контроля ежедневно осуществляют мониторинг города курорта Анапа и сельских округов на предмет выявления нарушения правил содержания благоустройства муниципальном образовании город-курорта Анапа. Ну, в основном, конечно, нарушают правила выноса твердых бытовых отходов, нарушение правила вывоза строительных материалов, также нарушение правил торговли. В преддверии празднования знаменательных для Анапы дат особое внимание уделяют центральным улицам курорта, местам проведения культурно-массовых мероприятий, мемориалам и памятникам. Сотрудники предприятия «Анапа благоустройство» с утра моют тротуар у стелы воинской славы. Плитку на набережной приводят в порядок. Благодаря усилиям коммунальщиков прогулочная зона приобретает достойный вид. Предприятие «Анапа благоустройство» работает с 6 часов утра. Работаем по муниципальным контрактам. Юго-восточная часть – вывоз крупногабаритного мусора. Второй контракт у нас – вывоз и очистка урн. И третий – мытье тротуарной плитки. Работаем согласно утвержденных графиков управления жилищно-коммунального хозяйства. Много работы у сотрудников предприятия «Коммунальщик» на улице Стахановской убирают листву. Прибавляют работы службам сами жители, не учитывают время приезда спецтехники. Мусороуборочная машина собирает ТБО утром, а в полдень жители уже заполняют контейнеры. Задача межведомственной комиссии – разработать и принять меры к решению накопившихся проблем в сфере санитарной очистки и благоустройства города-курорта.